дорогие подписчики! Сегодня у нас на видеообзоре крутая коляска от бренда Bibetta. Моделька называется Nutella Shine. У нас очень много разных расцветок, плюс вы можете заказать у нас на сайте любые другие. Давайте посмотрим поподробнее. Первый плюс и самый главный этой коляски в том, что она весит с каркасом, с колесом всего лишь 12,5 килограмм. Она очень легкая, но многие мамочки этого и хотят. Плюс она такая, знаете, миниатюрненькая. Очень-очень красиво смотрится. Здесь у вас идет эко-кожа, качественная, красивая такая эко-кожа. Снизу у вас идет ткань. На козыречке, давайте сразу козырек посмотрим. На козырьке у вас есть вот такое вот большое смотровое окошко, либо москитка для циркуляции воздуха для лета. Сзади, вот тут, у нас с вами идет. Смотрите. Тан-тан-тан. Козырек, то есть, закрывается максимально вниз, чтобы ветер, дождь, снег, солнце, ничего на вашего малыша не попало. Прям идеально. Здесь у вас внутри идет воротник-стойка. Сразу хочу отметить, опускается она только с двух кнопок. Имейте в виду, нажимаем на две кнопки и опускаем. Никогда не прикладываем сопротивление в коляске. Никогда. Закрываем аккуратненько все. И погнали дальше. Здесь у вас накидка на ножке, повторюсь, с отворотом стойки. Очень классное крепление, крепится всего лишь на магниты. Вообще класс, красота. Здесь тоже, если что, сбоку идет магнит. Для меня это реально обалденно. Накидочка, если что, очень теплая. Внутренняя, стандартная. Покажу вам. Вот, смотрите, ширина, длина здесь у вас будет стандартная, любому малышу будет комфортно. Внутри у вас идет хлопок, очень толстый матрас. Боковинки в любой момент вы можете снять и состернуть. Спинка поднимается и фиксируется выше. То есть, когда малыш начнет подрастать, спинку можно будет зафиксировать. Давайте вам просто покажу, как это делается. Вот здесь есть такая барабашка, которую мы с вами выталкиваем и крутим, и фиксируем. Еще что хочу отметить, снизу у вас есть циркуляция воздуха. Если увидите, вот эти вот штуки вы можете все вытащить, и у вас снизу открывается большая циркуляция воздуха. Это очень удобно. Дальше. Ручка для мамы выполнена из качественной эко-кожи. Регулируется по высоте с нажатием двух вот этих кнопок. Любой наклон, какой захотите. Также в комплекте есть сумка для мамы в цвет коляски. И хочу отметить, это реально сумка. Вы просто ее можете носить на плече. В комплекте также идет дождевик-москитка, москитная сетка, дождевик и подстаканник, как многие хотят. Переходим к низу коляски. Корзина для покупок у вас идет достаточно большая, открытого типа. В любой момент можно будет снять и состернуть ее. Колеса нового поколения, не прокалываемые. Это очень круто. Тормоз. Один. Очень удобный тормоз. Не нужно будет носочком поддевать и пачкать, и убивать свою обувь. Просто нажали сюда, либо сюда. Амортизация двойная. Здесь и здесь. Нижнюю амортизацию мы с вами можем отрегулировать. Вот здесь есть рычажок. Ставим в другую сторону, будет жестче. Также здесь амортизация регулируется. Оп. Оп. Видите? Никаких усилий я не прикладываю. Она очень-очень мягкая. Все колеса съемные, снимаются вот с этой кнопки. Как я всегда всем проговариваю несколько раз при продаже, обязательно колеса снимать раз в месяц. Зачем, пишите в директ, я вас проконсультирую. Передние колеса у нас вращаются на 360 градусов и фиксируются. Ставим прямо, опускаем вниз, поедут прямо. Наверх крутится. Снимается вот с этой кнопки. У передних колес есть две функции. Первая – это антишок-система. Что это такое? Когда вы врезаетесь по ребрик, колесики у вас просто спружинивают назад. Это доп. Амортизация. И у них есть память колес. То есть в том состоянии, в котором колеса есть, когда вы поднимаете, они так и остаются. Они не крутятся ни в какую другую сторону. Это супер. Что касается снятия блока, очень удобно. Снятие происходит с двух кнопок. Нажимаем раз. Нажимаем также с вами два. И берем вот за эту ручку. Ручка выполнена в качественной эко-коже. Еще. Можно переносить. Более маленьким миниатюрным мамочкам это идеальное снятие, честное слово.
стало. Прогулочный двор. Тоже сразу хотим продемонстрировать то, что у вас здесь козырек опускается максимально вниз, чтобы можно было спокойно использовать данную коляску зимой. Видите, полностью закрывается. Сверху у вас идет качественная эко-кожа. Вот здесь у вас идет ткань, которую в дальнейшем мы с вами можем спрятать и сделать козырек немножко поменьше. Также у вас сзади есть огромная, просто огромнейшая москитная сетка для лета, для циркуляции воздуха. Ну и вы можете подглядывать за своим малышом. Открываем. Накидка на ножки у вас идет утепленная, крепится на обычных магнитиках. Посмотрите на внутренность этой коляски. Она широкая и длинная. Не то, что она длиннее многих колясок, это, конечно, наверное, видно даже так. Внутри идут пятиточные ремни безопасности. Также есть накладки на плечики. Есть обязательно ограничитель между ножек, чтобы ваш малыш никуда не вывалился. Бампер для ребенка выполнен в качестве эко-кожи. Так, здесь внутри есть свой матрасик. Толстый, мягенький. Очень удобная вещь, потому что если начнете пачкать, легко стирать. Будете стирать не всю коляску, а всего лишь матрас. Подножка выполнена также из качественной эко-кожи. Если запачкаете, легко протираете. Опускается с рычажков. Поднимается до защелкивания самостоятельно. Что касается спинки, спинка также у нас идет механическая. Поднимается сама, оп, а опускается с рычажочка. Натягиваем и вниз. Все легко и просто. Давайте сделаем сидячку. Вот так вот она у нас. Миниатюрная, то, что я хочу отметить, она на самом деле даже ниже, чем многие другие коляски. Идеальный вариант. И теперь давайте покажем, как она собирается. Опять же, снимаем с нажатием кнопочек. Здесь. И здесь. И вытаскиваем с нажатием здесь. Все. Сейчас покажу. Смотрите, у нас с вами есть по бокам вот такие рычажочки. Мы их нажимаем и опускаем полностью вниз. Вниз, 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 вниз. Оп, до конца. Все. Если вы вот этот бампер уберете куда-нибудь вовнутрь, оп, коляска будет минимально маленькая, прям компактная-компактная. Потом мы с вами... Смотрите. Потом мы с вами также нажимаем на две кнопочки, оп, и открываем. Чуть-чуть придерживаем до щелчка. Все. Коляска разложилась. Ну и, конечно же, готовы к эксплуатации. А мы, дорогие подписчики, ждем вас к нам на сайт, ждем вас к нам в магазин. И, как всегда, с любовью коляски. Ксюша.